Ты слышал историю про Колыванычу? Нет, не слышал. Был у нас такой рабочий. Короче, захотел он посрать. Пошел в туалет и всплыл. Сценарий сказал. Сейчас я расскажу, как все было. Сычу. Ну иди, лох. Ёлы-палы, надо что-то делать. Ну, и с тех пор их никто не видел. Круто, я домой пойду. Удачи. Хочу пыва. Свет не выключается. Дверь в подъезд опять заела. Гой еси, честные люди. Ау. Здесь кого-то убили. Надо позвонить. А я телефон дома забыл. Это что еще за покемон? Отстань, у меня денег нет. Где я? О, черт! Ну. Собачья смерть. Собаке.